Еще одна важная тема сегодняшней сессии – бюджет. Раз в 3 месяца депутаты его пересматривают, перераспределяют сэкономленные средства. В этом месяце город получил дополнительно почти 500 миллионов рублей на переселение из ветхого и аварийного жилья. И еще одна приятная новость – появились деньги на ремонт еще 12 участков дорог в городе. Подробности далее. Дополнительные средства поступили в качестве трансферов из федерального и областного бюджетов. Общий объем – 489 миллионов рублей. Из них 4,5 миллиона пойдут на реализацию программы поддержки творческой деятельности в маленьких муниципальных городах. Их получит драмтеатр. 310 тысяч – управлению образования. Почти 10 миллионов – на жилье детям-сиротам. И на реализацию мероприятий по расселению граждан из ветхого аварийного жилья – это у нас средства, которые будут реализовываться в 4-м этапе. Это средства фонда содействия реформированию ЖКХ в объеме 366,8 миллионов рублей. И, соответственно, средства областного бюджета 35 миллионов рублей ровно. Звездочка также перечислила в местный бюджет 1 700 000 на обеспечение жильем семей молодых заводчан. Также предложено дополнительно выделить 654 тысячи рублей на выплаты ветеранам Великой Отечественной ко Дню Победы. 380 тысяч направят на ремонт 34-й детской школы искусств. Кроме того, городу удалось сэкономить значительные средства на аукционах. Мы очень рано проводим конкурс, и это как раз наш плюс. Потому что людям надо для того, чтобы сформировать свои объемы, поэтому они пытаются набрать первые объемы с большой экономией. То есть они дают нам большую экономию. Вот, соответственно, вот сейчас мы перераспределили порядка 16 и 19 миллионов рублей, полученных только от экономии по нашим конкурсам и аукционам, которые мы проводили. На сэкономленные средства в городе отремонтируют еще 12 участков дорог. Ремонт будет картами, участки не маленькие. Например, удастся почти полностью отремонтировать проспект Беломорский. Это разгрузит улицу Железнодорожную в часы пик. Также в этот список вошел проспект Морской от площади Пашаева до торгового центра Морской, а также Орджоникидзе, Ленина, Победы, Труда, Лесная, Гагарина, везде небольшими участками, плюс улица Народная и бульвар Строителей. Валентина Приходько, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска.